Входит. Больше никто не долбится. Кровать сносим, забираемся. Доброе утро. Как? Доброе. О, хорошо, как. Кто-то орёт. Ну там горят зомби. В общем, идем. Че, домой возвращаемся по берегу или как? Да, желательно бы. Безымянной реки. А ты точно уверен, что надо именно отсюда идти? А, я ну думаю, да, смотри, мы из джунглей пришли, значит, да? Да, да, только по берегу побежим. Двойное нажатие W. Крипер бежит сзади. Давай. Да-да-да, кстати, ускоряйся. Так вот. Я веселый паукан. На-на-на-на-на-на. Ой, паукан. Суслик паукан. На-на-на-на-на-на. Так, прыгаем, прыгаем. На, тварь. Чтоб ты сдох. О, грибы нашел. Простые грибы, кстати. Я грибы нашел. Я грибов... Ушел. Как хрен ты взрываешься. Что же такое агрессивный-то, а? Агр. Агр, да. Так, а где вы, старый? Мистер Агр. А я здесь. Вот, бежим. Овца. Ой, правда, грибочек. Грибочки, да, да, есть. Точно, вот где-то здесь. Собирай, вот эти грибы можно же есть. Можно, можно. Тарелочки сейчас придем, я сделаю тарелочки. Собираем, все. Собираем грибы. Столик поставим, цивильно сейчас все сделаем. Ну, жрать-то красивый. Да, да. Кушать подано, садитесь. Ой. Жрать, пожалуйста. Кто это меня? Кувшинки есть, надо кувшинки взять. Тебя дубасит так аккуратно. Нравится легонечко, нежно. Нравится мне. Когда ты хочешь, меня ты заводишь. Нравится мне. Когда ты голая по квартире ходишь. Песенка же такая. Есть, есть. Смотрите, как они называются. Кувшинки. Всегда хотел дома кувшинку. Я кувшинки собрал. Да ты вообще шмотошник. А что из них делать? Из них украшения просто, видимо. Шмотошник. А на голову одел? Кувшинку, что ли? Да? Тыкву можно одеть. Так, а ты где? Кстати, у жителя... Я здесь бегу. А ты не видишь, что ты как бы оторвался от других? А я думаю, вы за мной. Вы же говорите, мы за мной. Нет, я с молодой. Мы тут стоим и все. Мы за тобой же, вы говорите, бежим. А вот я... Нет, это не вы. Так, я вас... Вот, я вижу вас, вижу. Вот кто-то бегает. Прямо беги, нет, не туда. Блин, интересное зрелище, конечно. Вот правильно бежишь. Прямо, только по воде я бежал. А я не хочу как бы лапки мочить. А, заржавеет доспехи. Ты не умывался же. Ну, тем более. А точно, вот я умылся. Ух, ни хрена. Я и умылся как раз. Да. Прыгай ко мне. Давай скупнемся, пока он не видит. Снимай свои доспехи, да? У меня не так уж и много доспехов. Чего там, да? Это облегчает задачу, да? Я ж тебе скинул, как это у тебя нет? Я ж тебе поскидывал. Не, ну я говорю, у меня штанишки и шлем. А, штанишки и шлем. Чертики. Ну, видно там хоть что-то напоминающее дом. Да не нас, а дом наш. Ну, наш дом. Сейчас увидим. Ой. Глина нужна? Глина надо? Нет? Глине. Блин, а? Где же нам найти-то домик-то наш? Не, сейчас найдем. Вот правильно бежим, правильно. Ой, опять звук такой. Угу, эпичный. Как дельфинчики. Да не дельфинчики, по-моему, нет, так... Похоже, нет. У меня вообще нет этого звука. Ну, у меня есть, я тоже слышу. Я тоже вот одновременно, наверное, скорее всего, прозвучало. Нравится мне, когда ты голый по квартире ходишь. И меня так заводишь. Блин, вот и песни, да? Песни, да, вспоминать сразу же какие-то песни эпичные такие все. Уэпик. Уупи Голдберг. Плывем? Плывем. Все плывут. А здесь ускорение не работает? Вот там по этой горке надо бежать, я так думаю. Почему-то мне кажется, что я не помню эту гору. Нет, мы эту не помним, мы в обход идем, получается. Но чтобы в джунглях не заблудиться опять, с который раз уже,
Мы идем, наверное, правильно, я думаю, все-таки. Вообще можно сделать карту потом будет. Кстати, да, надо вот мир находила бамбук. Вот нам нужно найти бамбук и железо надо будет. Больше ничего нам не надо. Папирус тут есть? Было бы круто, да? Папирус, ну, как бумага, папирус? Как на папирусе было бы. А бумага делается из бамбука. Почему-то. Так и картина, наверное, тоже тогда. Ты смотри, прикольно. Сахарный тростник. Слушай, ты бы смотрел, где ты бежишь. Я вижу, не успеваем за тобой. А вы где, я вас вижу? А что за дырка такая тут? Ого, слушай. Это кратер. Сразу бассейн, лишь бы затопить что-нибудь. Бассейн. О, бассейн. Нравится мне. Все, теперь будет, да. Это нормально. Для нас. Вообще, по идее, мы бежим правильно, я думаю. Вот я вас вижу, вы на горе, вон. На вершине холма. На вершине холма солнце озарило. Вы куда убежали? Не туда. Коровки. Я хочу к берегу, чтобы посмотреть. Что нет, ты уже сейчас, если к берегу побежишь, ты уже убежишь не знаю куда сейчас. Так вот, смотри, песчаный берег. Песчаный-то они везде. Я понял. Так, а где вы? Где? Я здесь. Сейчас. Мамбофилка, она своей жизнью живет. То есть ей говори, бежать не надо, зачем? Она цветочки собирает, грибочек собирает. Коровок убивает. Коровок убивает, да. Он делает все, что... Так я ж тут, на месте, вот. Ага. Цветочки собирай, да? Мишек, мавашек. Да. Давай с курочкой пообщаемся. Здесь есть мишки? Смотри, сколько кур здесь, смотри. Я вас не вижу, я вас потерял из виду. Вы куда-то бежали по горе сверху и вдруг уже исчезли. Вы, видимо, побежали к берегу. Я только понял. Что видела Брейна и больше не вижу. Больше не вижу Брейна. Я курочка. Доктор Зло. О, вижу. Собирай, смотри, что это для тебя. Мира, скажи с закрытым ртом, где наши. Я не умею говорить с закрытым ртом. Ты попробуй просто закрой рот и скажи, где наши. А просвети меня, я тоже не в курсах. Ты вот сам скажи. Нет, сам я не буду говорить. Да, я скажу, где наши. Ну. А, я в КВ не видел, а никогда этот. Только там немножко по-другому. А, где наши? Да, да, да. Это ж, по-моему, оттуда был, да? Да, да, да. Он в этом противогазе был, по-моему, да? Угу. Было, видел. Если я заболею. Блин, не помню, надо выучить эту песню. Ты явно не сюда прибежал. Я знаю. Как нам этих зверушек с собой забрать, чтобы не убивать? С собой блин, надо их чем-то задобрить сперва. По-моему... Я задабриваю, слушай. Нет, надо куриц задобрить этим. Забери, вот же курочка, забирайте. Этим, как... У меня нет такого. Забыл рожь, или как она там называется? Овес там. А, это да. Во, смотри, что тут? О, я вижу бамбук. Точно, кстати. Кстати, да, надо, вот это обязательно нужно собирать. Да, и, кстати, сами посадим, и он у нас вырастет там. Рядышком у нас вырастет. Эй, the phone is ringing. Да. Я помню, на Мотороле у меня такой звонок был. The phone is ringing. Кто меня бьет? Что-то я сразу вспомнил другую песню. I just call. Ох ты, смотри, а что это такое? А, я думаю, кто меня бьет, я же задыхаю от голода. Кушай быстрее. Кушай, иначе сдохнешь. О, какая отрыжка, смотри. Это морковка. Олежка просветил, кушай, иначе сдохнешь. Это надо записать, кушай, иначе сдохнешь. Кушай, иначе сдохнешь. Все просто, все гениально. Это было эпично, да? Слушай, вот тут можно дом сделать, да? Прикольно. Там. Ой, там лава есть еще. Лава, давай. Давай, вот это расщелина, сейчас мы придем, куда нам надо. Вот сюда прыгаем и вперед. Куда? 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 С разбега, ага, все правильно. Все правильно. Вот сейчас туда наискосок идем. Прямо ни в коем случае нельзя. Эй, как мне сюда? Не дай бог, ты упадешь. Олег, ты куда-то не в ту сторону пошел. Не туда. Вот я нашла. Наискосок, но там мы мимо придем сейчас. Блин. I just call. Ну! Да, у тебя эпичнее. А ладно тебе, чё ты так? Да ладно, чё, да? Чё, всё хорошо, просто прекрасно. Так, где вы там все? Мы бежим. Домой. Бежали через лес. Бежали через лес, так.
Березки здесь есть. Ух ты. Березка. Чего так березки? Я вас не вижу. Я потерял. Я вижу. Вижу. Ой. Вот. Брынди. Я у нее спилила середину дерева, она не упала. С какой стороны? А, вижу все. Я ганном ставил, как всегда делаю. Блин, Женечек, почему-то мне кажется, что мы тут фейлим. Харлем Шейк. Почему? У меня, если что, три кровати есть, заночуем в лесу. Боже, это так эпично, как иначе сдохнешь. Кровати есть. Ну это да, это суть. Я вообще предлагаю одну кровать на всех поставить. А, да, можно? Кстати, закат красивый. Да. Обалдец. Обалдеть ваш. Дзипрацы. Ой, там он. Осьминожка. Осьминожки. Коварное блюдо-ка. Кольца кальмаров. Осьминожка спил. Хочу кальмаров. Безумные приключения, а, полюса, итальянцев в России. Кальмаров хочу я. Да. Блин, что-то мы фейлим, друзья, походу. Вроде бы нашел, нет? Не то. Блин. Кто там умирает? Сэм, ты? Я, Заргут. Нет, Жень, мы, походу. Получается, тогда надо туда бежать, вот поэтому теперь. Это же не наш дом. Вокруг, нет, вокруг туда. Или наш. Вот там зима, потому что, смотри, там зима. У нас явно была не зима, или зима была. Это не наш, мы не отсюда начинали. А рядышком зима, нет, я понял, что не отсюда начинали. Я имею в виду, зима у нас там была, нет, рядышком? Вроде была немножко, нет? По-моему, был, да, была. Было где-то, точно. Я вообще предлагаю слетать на этом, блин, на креативе уже поискать, не? Надо просто кому-то умереть. Чего? Просто погибнуть надо кому-то и сразу воскреснешь дома. А, в этом смысле. Угу. Мира. Нет, не та сторона. Смотри, но... здесь полнейшая зима. Я не буду умирать. Не-не-не, смотри, нет, туда надо бежать, все правильно, туда. Обратно возвращаемся? Ой, там зомби уже. А не надо курей набрать? Слушай, смотри, сколько их тут. Курей, а мы никак их не возьмем сейчас. Уже нет места, да? Там и криперы, и зомби. Блин. У меня меч, сейчас я его в воду скину, и все нормально будет. Тихо. Уйди-ка отсюда. Харлем Шейк, блин. Харлем Шейк, да. Все, побежали? А завести ручных криперов можно? Угу. А, по-моему, где-то что-то я даже видел в интернете какой-то ролик, кто-то, кстати, задобрил их. Угу. На поводок еще скажи. Не-не-не, что-то было такое, где-то вот на ютубе проскакивало. Это мод, наверное, какой-нибудь. Мод на спине. Что-то глюк, это глюк какой-то, по-моему. Глюк игрушки, по-моему, из-за этого там как-то что-то сделали они. И в итоге он за ними бегает, как собачка. Ой-ой-ой, сколько скелетов. Куда бежать? А, вижу. Прямо. Еее. Ты любишь скелетов? А, нет. I'm loving it. Та-та-та-та-та. Я люблю скелетов. Что-то мне кажется... Криперы, они меня сейчас убьют все тут. Ну и дома мне как кажется, раз окажешься, идеально. Да, кстати, нет, да. Я не хочу терять свою. Алекса берет морковку. Я за тобой бегу, какая морковка. Ой, ой-ой-ой. Ты за мной бежишь? А куда ты бежишь, ты японский пок? Куда вы бежите? Куда ты делся? Блин, за вами пауки, да так и я за мобофилкой просто бежал. Как ты мог за ней бежать, если она бежала за мной, и я за тобой? Блин, пауков набежал, японский городовой, идите сюда, ублюдские кегли. Сейчас убью, подожди. Все, готово. Так, мои стрелы, подожди. Пока ты стрелял, ты в меня, по-моему, два раза попал. Стрелы надо забрать. О, светится, смотри, что-то светится. Обалдеть, горящее дерево. Ни хрена, ого. Какого хрена? Ну здесь лава, потому что рядом, а лава же испаряет тепло. Лава испаряет, да, и что? А, точно. Здесь можно заночевать как раз-то, ночлег. Ну что, свинья? А нет, смотри, я с одного выстрелил. Сталкивай. Пошу. Иди сюда, моя хорошая, давай, иди сюда, в лаву, мой пятачок. Давай в лаву. Иди сюда, моя эпичная. Давай. Иди, моя хорошая. Сейчас сгорела, нет? Иди, нет, еще не упала. Бекон. Да, я сам упал. Твои вещи сгорели. А свинья жива осталась. Обалдеть. Эпик стайл. Слушай, я такого еще не видел. Все вещи сгорели твои. А не фиг все. Мы фиг переместимся домой, потому что мы ставили кровати в деревне. Я оказался не знаю где вообще. Осталось тебе бафилку и все. Супер эпик. А мобофилку убьешь, она не появится дома. Перемещайся. Давай. Перемещаюсь. Заночуем, кровати остались, нет? Давай мы слетаем в креативе. У меня одна кровать. Одна кровать? Блин, у меня вообще ничего не... Все сгорело. А, вот мои ништячки сейчас соберу. Все собрал. Прям вся моя броня, все мои еда, все. Полетели. Как полетели? Третье. Найдем дом. Давай. Это фейл.
Так. Это беда. Домик. Гейммод один, да? Да. Домик. Мира, давай, подключайся. Подожди, а лед у нас был там, где мы были? Был, вроде. Лед там был лед. С краешку. Мира, ты все, летишь? Нет, еще. Давай, гамми-моди, пробел один. Черт, как твои вещи эпично, я это заснял в этот момент, это вообще... Ну, это будет жестко, слушай, во, все. Да. Смотри, подожди, вон там может быть, нет? А вот где вы? Кус... А, вот, я вижу. Супер высоко, нет, не тут. Нет, не тут. Блин, а? Туда, вот от высоких деревьев туда, вот назад получается, назад, я вот туда. Я вижу тебя, я вижу, мобофилка мечется тут. Я за тобой. Я за тобой. Эй. У нас там немножко снега и немножко лета. Да, вот краешка, получается, мы полезли. Вот высочайшие деревья, я вижу. Вот, вроде бы сюда. Вот эта пещера была здесь. Вот что я так и думал, что дом будем искать дольше. Почему, интересно, так? А как так? Вроде бы шли как-то адекватно, вроде бы. О, вижу, все. Я тоже нашел дом. Я нашел дом! Ура! Кстати, недалеко были так-то. Да, кстати, да. Блин, сколько там зомби. Где я? А, да. Ну, это не тот. Так, все то. Нет, я имею в виду, вот, я поориентирую по островку, вот только увидел, ага. Да, вот по островку я тоже заметил. Я веселый паукан. Тут вон. Пошел вон паукан. Скелетон. Главное, блоки ломаются с одного удара, а пауки с 20 ударов. Так, ну что, все, креатив убираем. Давайте внутрь зайдем. Гейммод 0 надо. Хорошо. Гейммод сколько? Какой там гейммод? 0. Мира, что у меня написано там, видишь? На экране. Survival мод. Да, все правильно, все отлично. Чудес. Ну что, идем спать? Идем спать, да, серию закончу. Да. Блин, так хорошо домой вернуться. Слушай, обалдеть, как оказывается, да? Да. Тебе не вышло ночевать. Далеко, в принципе. Дверь закрыли, нет входных вообще. Олег уже лег в самый первый сад. Я утомился просто больше всех. Ложимся, заканчиваем тогда. Да. Гейм мод, а мне нужно еще сменить гейм мод. Гейм мод 0. Ноль. Все, черчхелы. До скорых встреч. Место закончилось. Спадки.